Всем добрый день. Сегодня очень важная тема, поэтому мы сегодня очень собрались вовремя. Поставьте плюсики, кто первый раз сегодня на вебинар зашел и о компании, о предстоящей работе вообще мало знает или пока не разобрался, или у кого-то есть еще вопросы неотвеченные. Сегодня мы поговорим с вами о возможностях онлайн-бизнеса. Онлайн-бизнес – это сейчас онлайн-работа вообще очень прогрессирует, и поэтому очень актуально это все. Дается возможность очень огромная и для заработка вообще любому человеку, любого возраста. Предложений бывает очень много. И они все, конечно, очень разные. Давайте немножко расскажу о себе. Меня зовут Екатерина Ефимова. Я живу в городе Ульяновске по специальности бухгалтер-экономист. Считать чужие доходы – это одно. Но когда считаешь свои доходы, это, конечно, уже другое. И работала я вообще в разных сферах деятельности до главного бухгалтера. И вот эта вот мысль, что можно свое дело открыть, конечно, она мне всегда не давала покоя. Должность главного бухгалтера, она последняя ступенька в карьере, в бухгалтерии. И, конечно, уже в работе нет такого продвижения, нет такой гарантии вообще, конечно же, в завтрашнем дне, потому что всегда есть такая возможность, что ты работаешь, а фирма, где ты работаешь, может в раз закрыться, и тебе придется искать уже новое место наемной работы. С компанией, куда вас сегодня пригласили на вебинар, я познакомилась случайно. Мне дали вот просто каталог на улице, пригласили получить подарок. Подарок был в СПО, это сервисный пункт обслуживания. В силу своей занятости на работе я, конечно, за подарком шла очень долго. Это 3 месяца я шла, и меня регулярно приглашали, напоминали звонками о себе. И я все-таки нашла время, попала в офис и сказала единственное девочке, которую пригласила, девушке, что у меня всего 15 минут. Мне что-то начали рассказывать, но я, конечно, ничего не поняла, потому что о бизнесе так вот за короткий промежуток времени ничего, конечно, и не расскажешь, да и не поймешь. Что можно было рассказать о бизнесе? Ничего практически. Мы оформили просто дисконтную карту, паспорт был тогда при мне. Регистрация была по оригиналу паспорта. Сейчас проходишь просто верификацию, сидя из дома, отправляешь скан или фото из своего паспорта. Это очень удобно, сидя дома, это все оформляется. И все. То есть вот вся регистрация. В СПО мне сказали, что нужно еще оформить первый заказ, потому что проходишь активацию этой дисконтной карты. Я выбрала краску для волос и шампунь для поврежденных волос. Потому что уже на тот момент я, конечно, попробовала изменить свою внешность, покрасила волосы магазинской краской, сожгла их, хотя это была очень дорогущая краска. Но результат, конечно, был ужасный. Пользуюсь я этой краской вот этой компании, где вы будете работать до сих пор. Волосы себя прекрасно чувствуют. И дальше вот единственное, мне уже потом сказали, что можно проходить обучение, школа обучения уже как зарегистрированного консультанта. И вот на этой школе обучения я уже услышала, что зарплата, конечно, может быть не только 30 тысяч, как у главбуха, а может быть и больше вообще-то.
Мечт у меня очень много. Некоторые приближаются уже к исполнению, некоторые те, вот, которые были нереальными, уже исполняются сейчас. Когда тогда были нереальны, исполняются уже сейчас. И вот этот вот список желаний, он всегда меняется. Время идет, и список сам корректируется. Вот когда я начинала работу, не зря я фотографию сюда приложила, родных моих людей, самых близких, это мои мамы. Они были против. То есть это вот те люди, всегда от кого ждешь поддержки. Никто меня не поддерживал. Муж ежедневно мне возмущался, что я непонятно чем занимаюсь. Но это вот я считаю, что это нормальная реакция людей на вот это вот непонятное, неизведанное, что с чем можно заниматься вообще. Поэтому не пугайтесь, это нормально. Неожиданно в жизни у нас появились маленькие детки, двое. И нам вот надо расширять жилплощадь. Вот когда-то у меня была написана такая мечта, чтобы у меня в моей семье было минимум трое деток. Вот она уже исполняется. Хотя это было вообще нереально в нашей ситуации. Квартиру мы хотели брать трехкомнатную. Это было естественно. Просто трехкомнатная квартира – это нормально для семьи. Сейчас нам уже, потому что детей уже достаточно, нам уже нужно будет брать четырехкомнатную, потому что детки растут. В бизнес я пришла случайно, как говорится, с улицы, а не онлайн. Работать я буду только онлайн сейчас, потому что я ухожу в декрет. И так мне будет вообще удобно. Удобно работать, потому что успех будет не выходя из дома. У вас есть мечты. Вот большинство из вас, вы, возможно, ограничили свои мечты вот своим текущим доходом, сейчас, который у вас. Вот начните мечтать. Дайте вот эту вот небольшую информацию хотя бы космосу, потому что все возможно в мире. Я подбираю людей себе в команду, у кого есть заветные мечты. Вот мечты такие, которые вот от мысли, вот от исполнения становятся не по себе, потому что мечты – это такое дело, что вот без мечты можно ходить на наемную работу с утра до вечера. А здесь ты ставишь уже конкретную задачу для себя, для исполнения мечты. Получать какой-то определенный уровень дохода и вот заработать именно на исполнении этой мечты. И поэтому, если ты хочешь просто добиться стабильности дохода или признания, может быть, кому не хватает признания, нужно просто начать работать. Работать, работать и работать. Не нужно останавливаться, сомневаться, задумываться над выбором. Нет, потому что все приходит со временем. Со временем и опыт, и возможность разговаривать. Поэтому, точнее, невозможность разговаривать, а именно разговорная речь уже идет совсем другая. Итак, тема нашего вебинара – возможности онлайн-бизнеса, успех, не выходя из дома. И мы сегодня раскроем основные вопросы, какие возникают у нас всегда при получении вот предложения такого – начать карьеру в онлайн-бизнесе. Суть. В чем суть бизнеса? Откуда деньги берутся, что делать, вечный вопрос, кто нам будет помогать и какой результат получится в итоге. Я думаю, что кто-то из вас уже мечтал открыть свой бизнес, кто-то думал, кто-то уже, может, планы строил, потому что специальности, вот кто сегодня пришел на вебинар, у всех разные специальности, возможности все разные. Вот кто-то работает продавцом, мечтает открыть свой магазин, повар, свой ресторан. Я мечтал тоже, потому что я, как проработавший 12 лет главбухом, думала, вот открою фирму по оказанию бухгалтерских услуг. Но чтобы вот мне для этого понадобилось, вот что понадобилось?
Любой бизнес, хоть магазин, ресторан, парикмахерская, он создается для создания товарооборота. То есть, если вы больше услуг парикмахерских оказываете, то товарооборот у вас больше. В магазине, чем больше покупателей пришло в магазин, тем товарооборот больше. Поэтому от товарооборота зависит и прибыль. Прибыль бизнеса, в котором вы собираетесь работать. И, конечно, мне тоже нужно было бы клиентов набирать на обслуживание, офис снимать, зарплату платить сотрудникам, сопутствующие расходы нести, также просчитывать их. И, естественно, вот здесь вот любой предприниматель занимается созданием и увеличением товарооборота. Сегодня компания, о которой пойдет речь, тоже предлагает нам создать на собственном потреблении произведенную продукцию им товарооборот. И вот за созданный товарооборот она готова платить проценты с товарооборот. Платятся проценты эти любому человеку, хоть вы мужчина, женщина, любой специальности, неважно, кто вы по профессии, любому. И с 14 лет можно начинать уже работать по законодательству и здесь, в этой организации, в этой фирме тоже. Этот вот процент выплаты вам, у вас будет расти при увеличении товарооборота в вашей группе. Как же вот именно создается вот такой товарооборот? Итак, давайте я немножко уточню, что же это за компания такая, фирма. Это фирма, компания Арифлейм. Многие, может быть, слышали о ней, многие, может быть, слышали, но не знают, что это за фирма такая. Компания Арифлейм – это шведская компания. Она работает уже 1967 года. Образовали ее братья Йонас и Роберт Афьёбники совместно с их другом. То есть на данный момент, когда они создавали, уже прошло 50 лет почти. Это давно не молодые люди. И вот компания сейчас уже на данный момент, она международная. Международная косметическая компания прямых продаж. Работает она в более чем 60 странах мира. Очень широкий выбор натуральной косметики шведской. Производится она с современными технологиями. И компания Oriflame предлагает людям во всем мире, желающим вот начать именно зарабатывать деньги, осуществлять свои мечты, планы, что-то еще, вот прекрасную возможность заниматься собственным бизнесом, потому что у них такая концепция, бизнес-концепция, именно зарабатывай сегодня и воплощай свои мечты завтра, потому что очень-очень дается большие возможности. Собственные фабрики по производству. Почему я говорю, что это именно производственная компания? Фабрик 5 всего по всему миру. Это в Швеции, в Польше, Китае, в Индии. И у нас здесь в России, в Подмосковье, в городе Ногинске. Это все можно изучить информацию, все, конечно, в открытом доступе. И что же еще у нас нам компания дает? Вот принцип работы ясен. И ключевой же принцип самой работы компании – это, конечно, уважение к людям и природе. Компания, потому что является дополнительно еще соучредителем Всемирного детского фонда. Еще что меня привлекло здесь в компании Oriflame – это то, что она не тестирует свою продукцию на животных. То есть это очень здорово. Тестирование проходит в действительности на взрослых людях, на добровольцах, здоровых людях в возрасте от 18 лет.
Тестирование проводится в независимых лабораториях и с квалифицированным медицинским персоналом. То есть простые люди туда с медобразованием не пройдут. То есть здесь идет 100% гарантия качества всей произведенной продукции. И вот эти вот все знаки, полученные компанией в ходе работы, они учитываются еще в том факторе, что в России у нас одни стандарты, вы, я думаю, знаете об этом, а в других странах другие. Работает компания с 60 странами мира, поэтому здесь уже нет вопросов ни у кого. Ассортимент продукции компании очень большой, очень разнообразный, потому что здесь все те же товары народного потребления, которыми мы пользуемся ежедневно, изо дня в день. Это и уход за кожей, и декоративная косметика, и аксессуары различные, уход за телом, за волосами, за здоровое питание, wellness. Вот самая-самая любимая серия, конечно, wellness, но это позже я скажу. Как же работать нам, как же это все продвигается у нас? Существует два вида продвижения товара на рынке. Сами знаете уже, я думаю, что это розница, с ней все сталкивались, и прямые продажи. Розничные продажи – это такой круговорот товара. Прежде чем товар попадет на полки розничных магазинов, он проходит несколько этапов. Становление вот этой вот отпускной цены. Производитель, он продает оптовому поставщику, оптовый поставщик продает уже среднему, средний поставщик уже мелкому. И вот каждый из этих поставщиков делает наценку 30%. Это среднестатистическая цифра наценки на товар, исходный от производителя. Поэтому здесь прежде чем попадает товар на прилавок розничных магазинов, он становится, естественно, в несколько раз дороже, чем он стоил у производителя. Вот от того, что товар шел на прилавок, вводя несколько перекупщиков, он, я думаю, вы сами понимаете, лучше по качеству от этого не стал. А вот цена его, цена отпускная, по которой все люди будут его покупать в магазине, она, конечно, возросла, потому что каждый поставщик хочет и заплатить зарплату сотрудникам, аренду, доставку, о чем я и говорила, разные услуги, и плюс еще остаться с прибылью. Но хочу отметить еще, что в косметическом мире по статистике 80% это подделка, потому что товар косметический, он легко подделываемый. Ввиду того, что он самопотребляемый. Компания Oriflame, она не занимается перепродажами, не занимается розничными продажами, и вот официальных магазинов по продаже продукции Oriflame нигде нет. Нигде нет. Как работает компания Oriflame? Она является производителем, она производит всю свою продукцию сама. Предоставляет нам, сама занимается разработкой, тестированиями, занимается доставкой практически в любую страну мира. Поэтому в большинстве населенных пунктов есть сервисные пункты обслуживания. Она занимается сама содержанием сайта, с которым мы каждый день пользуемся, рекламой, бухгалтерией и, конечно же, вот всем, что сопутствует. Единственное, чем она не занимается, это продажами. Но сбыт, он должен быть. И вот этим сбытом мы занимаемся сами. Мы пользуемся всей готовой продукцией, всей готовой системой, кроме сбыта. Мы создаем товарооборот компании на личном потреблении. То есть здесь очень легко это сделать, потому что мы создаем товарооборот на личное потребление. Мы не покупаем в розничных магазинах у
посторонних людей с накруткой. А мы покупаем у компании, мы получаем дополнительно немедленную скидку, дисконт 20%. Мы участвуем в различных акциях, различные программы готовит сама компания для нас. Получаем скидку в 50% на любой товар. Даже вот самый-самый дорогущий, можно его получить со скидкой 50%. Получаем до 22% за организованный товарооборот вашей группы. Не ваш лично, а вашей группы даже. Кто сегодня утром заходил в ванну, я думаю, не надо задавать такой вопрос. Все мы умываемся, чистим зубки, моем руки перед каждым приемом пищи. Хотя бы 2 раза в неделю моемся. Девушки у нас реснички, губки ежедневно красят. Красят, кто-то пользуется парфюмерией, поэтому я все-таки спрошу, вы этим занимаетесь? Вы этим каждый день занимаетесь? Вы каждый день занимаетесь Арифлейм, и не раз в день вообще, я думаю, потому что ежедневно все процедуры, они у нас проводятся. В чем суть бизнеса? Вот компания Арифлейм готова платить любому человеку проценты с объема покупок созданной сети потребителей. Она предлагает такую концепцию: дать человеку информацию, что он может совершать покупки напрямую у компании, иметь дисконтную систему скидок от 20%. И сама компания готова платить за созданный товарооборот 22%. То есть это тебе на расчетный счет или карту Сбербанка, любого банка, точнее, приходит денежное средство. Стаж, пенсия, все как в обычном линейном бизнесе. Но дополнительно здесь еще условие такое, что мы открываем индивидуальное предпринимательство и по системе налогообложения у нас упрощенное налогообложение – это 6% налог на доходы. Когда вы на наемной работе работаете, то у вас 13%, то есть это в 2 раза больше. Поэтому научите экономить, зарабатывать других людей, и вы сами будете уже зарабатывать от товарооборота этой группы. Что же нужно делать вообще? Давайте рассмотрим это все быстро-быстро на примере. Вот такой небольшой пример. Вы совершаете покупки напрямую у компании. Компания у нас производитель. Приглашаете 6 людей, 6 знакомых своих, подруг, родственников, друзей. Мужчины тоже любят экономить. Приглашаете любителей поэкономить и заработать на простых движениях. Система заработка им понравилась. И они также начали приглашать людей. Тоже для упрощения берем 6 человек. У вас уже в группе 36 человек. Все поняли, что бизнес простой, строится он всего лишь на личном потреблении и приглашении людей в бизнес. Потому что увеличивается вот этот вот групповой товарооборот. 36 человек пригласили тоже, по 6 человек, 216 человек. В среднем у нас среднестатистическая семья покупает в месяц где-то на 1000 рублей средства личной гигиены. У кого больше семья, те больше затрачивают денежных средств. Поэтому у вас по 1000 рублей 216 человек групповой товарооборот уже группы, не ваш личных приглашенных людей, а группы 216 тысяч. И группу, и компания вот эту от вашего товарооборота группового уже платит 47 тысяч. Вот чтобы создать организацию в 216 человек, всего понадобилось найти вам лично 6 человек,
это толковые люди, которых вы смогли научить покупать для себя. Научите их найти таких же толковых людей в свою группу. Научите их учить, искать следующих толковых людей. То есть это бизнес учителей. Ничего сложного здесь не происходит. Откуда же здесь деньги берутся, если вот мы сами никому ничего не продаем, только пользуемся. Сами покупаем для своей семьи, своих родственников. Те могут тоже пользоваться вашей скидкой по дисконту. Вы организовали вот определенное количество клиентов для компании. Даже не вы лично, а ваша группа. Но благодаря вам вначале это все организовалось. И вот поэтому благодаря вам они покупают все средства в компании Oriflame. Вам компания готова платить согласно договору до 22% на расчетный счет, открытый там, где вам удобно. То есть это ближайший банк рядом с вашим домом. И прибыль каждого предпринимателя, она заложена в стоимости товара. Потому что вот берешь ты помадку, тушь, гель для бритья, в цене уже заложена ваша прибыль. Потому что товар продался именно благодаря вам. Это идеальная система построения сетевого бизнеса. Давайте сейчас немножко рассмотрим, как это происходит на данный момент в интернете. Бизнес, он стремительно растет на самом деле. И интернет-просторы, идеальная система построения бизнеса уходит на второй план. И появился более современный способ, вот он, в виде морковки. То есть вы вместе со своим спонсором, спонсор это человек, который вас пригласил в бизнес. Продолжайте строить ветку, которую строил ваш спонсор. Так как эта вот ветка вся, она после вашей регистрации становится именно вашей. Новички, которых приглашаете вы сами, приглашает спонсор, они регистрируются все под вас. То есть ваша ветка растет. Кто вам будет помогать? Именно спонсор. Ваша ветка растет, и со временем появляются такие же толковые люди, как вы сами. Они будут приглашать и регистрировать своих людей тоже в вашу ветку вместе с вами. Поэтому здесь ничего сложного, я думаю, нет в бизнесе. Как только появляется в этой ветке еще несколько активных людей, вы уже сами оставляете их и строите вторую ветку точно так же, пока не появляются такие же люди, бизнесмены, толковые, как вы сами. Вот вторая ветка, она уже без вашего участия строится, потому что вы уже строите следующие ветки. Глубина у вас растет без вас, а ширину вы строите уже сами. Сами наращиваете и сами корректируете, планируете свой рост именно. Компания нам предлагает простой и очень доступный бизнес на самом деле. Нам остается только прийти и взять эту возможность. Что же нужно для этого делать? Всего три простых действия. Это мы пользуемся, то есть мы меняем магазин, покупаем именно в интернет-магазине, в своем, для себя, для своей семьи. Второе, это мы только приглашаем заниматься информационной деятельностью, то есть передавать информацию о бизнесе как можно больше партнерам, учить тем же самым простым действиям. Третье – это посещать обучение. Посещать обучение в вебинарах, смотреть видео, участвовать в планерках. То есть есть обязательная программа обучения и есть самостоятельная программа обучения. Поскольку вот уже опять я затрагивала этот вопрос, кто вам будет помогать? Вот у вас, вас пригласил кто-то в команду, ваш спонсор. В этот бизнес, значит, кто-то
хочет зарабатывать деньги. Кого-то этого человека тоже пригласил какой-то спонсор. Значит, вам будут помогать в компании не только один человек, который вас пригласил, а уже два человека и вышестоящие, и люди, кто в ветке идет, и люди, которые добились уже успеха, у них можно учиться. Еще компания сама разрабатывает системы обучения. То есть здесь уже целая команда людей вам будет помогать. Всем выгодно, потому что всем выгодно, чтобы у вас получилось. Поэтому приготовьтесь работать и услышать правду. Мы не приглашаем мало работать, мы приглашаем много зарабатывать, но при этом и много работать. Что же будет в результате? Давайте подумаем, если мы ничего не будем делать, вот сегодня вебинар пройдет, и вы скажете: хорошо, давайте я подумаю об этом завтра, как крылатая фраза. Вот мы не будем ничего предпринимать, ничего у нас в жизни не меняется, и вдруг вот такое сравнение. Нам повезло, мы будем руководителем какого-то государства, например, в России, потому что мы живем в России сейчас, на данный момент я живу в России, и подсчитано, что наш руководитель нашего государства будет получать пенсию 536 тысяч рублей в месяц. Путин. Ой, громко сказано, конечно. Как-то он руководит, как-то он что-то делает. То есть он работает и заработал уже себе вот такую пенсию. Средняя пенсия в стране у нас 8 тысяч рублей. С этим мы столкнемся скоро. Кто-то уже столкнулся, кого-то это еще не скоро ждет и не хочется об этом думать. Но этот момент в вашей жизни все равно настанет. Поэтому давайте все-таки подумаем, если мы решились на такой отважный шаг изменить в своей жизни что-то, потому что руководителем государства, я думаю, никто из здесь присутствующих не удостоится такой чести. Мы просто будем наемными работниками со средней зарплатой в 30 тысяч рублей. Получаем зарплату, минус подоходный налог 13%. И вот такая зарплата у нас на протяжении всей жизни. Потому что вот сколько я работаю, одна зарплата на наемной работе, она как бы даже не то, что в течение одного года, в течение нескольких лет она не меняется. Вот здесь очень много людей присутствует. Уточните, пожалуйста, вот сейчас год подходит к концу. Кому-то прибавили зарплату? Есть такие? За последний год, может, в том году прибавляли. Я не знаю, может быть, сейчас поквартально прибавили зарплату. Угу, повысили. Конечно, государство не обманешь. У нас перспектива одна, то есть через 40 лет пенсия у нас будет 8 тысяч рублей. Больше ничего не дается нам от государства, поэтому я рассматриваю такую возможность, как компания Oriflame, потому что компания нам дает работать на перспективу возможность. Пока вот вы начали, сейчас доход у вас будет небольшой. Через первое время он практически никакой будет, потому что у меня первый мой заработок в компании был 120 рублей. Я была счастлива, потому что просто так мне никто никогда в жизни не давал даже такую сумму. Ни один работодатель. И смотрите, вот ваша группа будет расти со временем,
вместе с вашим спонсором. Вы работать будете, группа ваша будет расти, доход ваш тоже будет расти. И вот он тоже ровно может через год составить те же 30 тысяч, как на наемной работе. Но учтите, вы будете работать по свободному графику, без начальника, с путешествиями за границу несколько раз в год за счет компании. Получать будете премии от 50 долларов до 1 миллиона долларов. И еще что меня вот здесь привлекло, это передача бизнеса по наследству. Меня это прям вот зацепило. Плюс вы следите за своим здоровьем, потому что система оздоровления Wellness, она доступна для каждого. Сейчас вот мамочки, которые собираются в декрет и уже вышли из декрета, вам многие, кто в компании, с компании, так сказать, приобрел такое счастье, как дети, скажут вам, что это работает. Это работает. То есть система оздоровления Wellness, она на 100% работает. Вам дается статус в обществе, потому что вы предприниматель. Вы уже в жизни что-то предприняли для изменения ее. И вообще свобода в полном ее смысле этого слова. Поэтому я вам желаю только удачи. Как компания начисляет деньги? Доход, он вначале купится на внутреннем счете. Все можно отследить в интернете, на сайте. У вас это все в доступном виде. При получении заказов вы тоже будете получать накладные с отметками об оставшейся скидке. Это объемная скидка. Она ежекаталожно у вас будет накапливаться, и вы уже когда только решитесь открыть индивидуальное предпринимательство, все денежки у вас будут перечисляться после открытия ИП каждые 3 недели на расчетный счет, после того, как на электронную почту вам приходят бухгалтерские справки. Хочу обратить внимание людей, кто зарегистрировался, что при регистрации в обязательном порядке все данные даются полные, точные и ни в коем разе не выдуманы, потому что при открытии индивидуального предпринимательства у вас будут при перечислении денежных средств, вы увидите там свои денежки, захотите их получить и обналичить, проблемы будут после этого, как вы дадите хотя бы в каких-то данных неправильные данные. И дальше. Вот здесь в бухгалтерских справках конкретно указывается, за что перечисляются вам деньги. Это, смотрите, за услуги по привлечению потенциальных покупателей, пополнению и поддержанию информационной базы покупателей компании. То есть, не продажи. Многие думают, вот я пока была в больнице на сохранении, меня девушка прям спросила, а что ты там так продаешь? Я говорю, я вообще, у меня ни одного покупателя нету, и я вообще по специальности не продавец, я не могу продавать. Поэтому мы получаем деньги не за продажи, а за организацию товарооборота. Вот, вы получили на электронку свою такую бухгалтерскую справку. Такую же сумму вам перечисляет компания уже на расчетный счет. Вы идете в банк и снимаете их, и используете по собственному усмотрению. Вот, что мне дала компания вот за этот период? Конечно, это ежегодные поездки в Москву. Сейчас с этим будет проблема, но я думаю, это все решаемо. Да, еще мы встречаемся регулярно с лидерами с большой буквы. Во-первых, это Эдуард Васильев. Я очень-очень балдею от него. Это очень классный мужчина. Всем рекомендую.
с ним познакомиться через интернет, посмотреть его видеозаписи. Наталья Клокова. Она была долгое время лицом каталога Wellness. У нее уникальная система разработана по снижению веса. Дальше. Владимир Полежаев. Вот он. Здесь я его представила. Это человек, который получил свой чек в 1 миллион долларов. Он получил здесь, в нашем бизнесе, работая. Поэтому это все реально. Ольга Григорян. Ведущий научный сотрудник клиники Института питания и Российской академии медицинских наук. То есть с ней бы я просто так не познакомилась. Это очень уникальный человек, потому что у нее есть своя программа на канале телевидения. Ее можно увидеть по телевизору, а тут возможность была вживую. Дальше. У нас четыре раза в год проходят бизнес-мотивационные встречи, БМВ. Круто звучит. И быть на них, конечно, по возможности всем надо. Вот подарок мне вручили. Классно. И мы ездили на теплоходе по нашей замечательной реке Волге. Я, конечно, тоже бы не смогла бы так вот собраться в одночасье и отправиться в путешествие. Мои любимые продукты. Вот многие спрашивают, чем же я здесь пользуюсь, что же я использую для себя. Вот однозначно, сейчас, в предыдущее время и в будущем у меня на первом месте это всегда категория wellness. Витамины Wellness Pack, коктейль. Я сейчас пью только клубничный, поэтому я пальчиком показываю на него. Вот, ежедневно, утром это только они. Омега-3. Детскую я пью дополнительно к Wellness Pack. Дальше, вот посмотрите, вот так выглядит начало дня мое с Wellness завтраком. Как у вас выглядит, я, конечно, не могу сказать, но здоровый образ жизни, его никто не отменял. Вот это маленькие подарочки уже маме. Здесь к Wellness Pack, я его беру со скидкой 50%, то есть он намного мне дешевле обходится, но это по деньгам, это не суть важно. То есть мама пользуется той же продукцией, что и я. Ничего здесь секрета никакого нет. Кто приходит в гости, у нее целый стеллаж прям, я бы сказала, вот всякое. У меня столько кремов для рук нету, как у мамы. Она все крема для рук попробовала. Я после нее уже вот запахи я не переношу на данный момент. Она мне сама говорит, чем можно мне пользоваться. Что я здесь компания покупает для себя и для семьи. Вот что вы покупаете для себя в магазине? Вот я это же самое покупаю здесь. Абсолютно все покупаю в компании Oriflame. Здесь можно приобрести абсолютно все, чем вы пользуетесь, и в электронном каталоге посмотреть это все. Поэтому проблем здесь с замещением именно продукции никаких нет. Итак, давайте подведем итог. Сотрудничество с компанией – это всего лишь вот средство для достижения независимости от работодателя. Вы здесь не найдете для себя начальников. Здесь нет графика работы. Никто не вешает вам чужую работу. Чужую. Здесь вы работаете сами на себя. Вы делаете одно и то же ежедневно. Но вы здесь только пользуетесь, посещаете обучение и обучаетесь самостоятельно. И приглашаете делать то же самое. То есть вы предпринимаете все действия и усилия для исполнения своих мечт и желаний. Ничего лишнего.
И будет успех, не выходя из дома. Потому что сейчас такое время интернета. Я желаю вам всего доброго. Надеюсь, моя информация вам полезна. Поэтому думайте и решайте, но сравните для себя, что у вас было год назад, что у вас сейчас, и после полученной информации, что у вас может быть через год впереди. Поэтому всем желаю удачи, всего доброго.